Балабинск вроде такой маленький. Раз уж я здесь завис, чувствую, не понять насколько. Вот у них есть тоже пограничный столб, знамя. Ну и правильно, там, где сутки с 20.00. А там на заднем плане дальше памятник родителям-пенсионерам. Вот здесь у нас на Урале, на Сибири, Новосибирская область. Огромная проблема. Вот так вот сгнивают здесь машины. Просто дотла. Просто вообще. Целиком и полностью. Барабинский стадион «Локомотив». Вот таких вот бараков до спортивной площадки. Свои чемпионы. Боксеры, кстати, и не только. Это я не знаю, что у них тут за сумо, сумист. От низких стартов к высоким победам. И вот такой вот сам стадиончик, где тренируются. Ага. Мини-поле футбольное. Ну, искусственный газон. Искусственный газон. Кто-то вон сюда с детишками приходит отдыхать. Московская Евросити, Аэросити работает. Пашут, не покладая рук и ног. Памятник всем родителям установлен ветеранами пограничниками города Барабинска при поддержке депутатов ЗАГС Собрания НСО 28.05.2018 года.